Расскажи мне про свою силу воли. По понедельникам в 7 вечера ты по любой погоде ты приходишь к нам снимать видеоролики. Сегодня дождь, ветер, холод. Наверное, действительно шевелить себя, потому как энергия, она возникает тогда, когда ты чего-то все-таки заставляешь себя делать. О, потренировать лобные доли, отвечающие за силу воли, вообще все волевые качества. Дальше. Это интересно. Ну, потом, который человек, я имею в виду тебя, который говорит, ну, есть что сказать, иди скажи что-нибудь. Вот я сказала, что-нибудь. Потом. Наверное, это способ помириться с интернетом. Я медицинский психолог, работающий с детьми и с подростками, поэтому к интернету я отношусь так себе. Возможность выгулять новые сережки.